счастья, успехов, здоровья, исполнения всех желаний. В этот первый день Нового года пожелаем успеха и динамовцам Риги, которые проводят свой четвертый матч в турне по Соединенным Штатам Америки и Канаде. Очередную встречу динамовцы Риги проводят в Лос-Анджелесе с местной командой Лос-Анджелес Кингс. Скоро встретил динамовцев тепло, около 15 градусов, но дождливой погодой. А на льду, думается, будет жарко. Хотя этот матч играется вечером за несколько часов до Нового года, тем не менее почти заполнены трибуны Дворца спорта «Форум». Арбитр сегодняшней встречи Александр Федотов бросил шайбу и начался матч. Помогают ему сегодня Райан Бозак и Шейн Хейер. Небольшие изменения произошли в составе динамовцев Риги. Ворота по-прежнему защищает сегодня Артур Ирби. А об изменениях, которые произошли, чуть-чуть попозже. Ну и стартовая пятерка в этом матче. Защитники Смирнов, Селянин и нападающие тройки Семенова. У хозяев поля играют сейчас в обороне 28-й номер. Вот простите, нет, все, по-моему, обошлось благополучно для нашей команды. 28-й номер Душе, один из лучших защитников Лос-Анджелес Кингс. 33-й номер Максорли. И нападающие 26-й Крушельницкий, Грецкий и 23-й номер, это хорошо известный Игорь Либо, чехословацкий хоккеист. Кстати, он по разрешению Чехословацкого союза, хоккейного союза, приехал играть в профессиональных клубах НХЛ. Именно в профессиональных клубах, чуть-чуть об этом попозже. Смена произошла сейчас, первая смена. Конечно, очень важно хорошо начать динамовцам Риги. Это, кстати, не удалось сделать вчера в матче с Ванкувер Канус. Как вы знаете, рижане проиграли со счетом 1-6. Я видел этот матч. Надо сказать, несколько все-таки удручающие впечатления произвели рижские динамовцы. У них сейчас на поле тройка Акулинина, в которой произошли... Нет, простите, играют сейчас Керч, Варянов и Белявский. В обороне Турбин и бросок воротам Турбин и Чудинов. Вот как неожиданно шайба на пятачок перед воротами выскочила. Варянов. Передача. Чуть-чуть не задержал шайбу Белявский. Пока игра идет в зоне Лос-Анджелеса. Белявский. Чуть порешительнее самому. Бросок по воротам. Я не представил вам голкипера команды Лос-Анджелес Кингс. Это Марк Фицпатри. Ну, пока неплохо, по-моему, рижане начали этот матч. Хотя я еще раз повторю о том, что очень сложное турне у динамовцев Риги. Но представьте себе, что за 5 дней, вот это четвертая уже игра, такого напряженного календаря даже нету команд Национальной хоккейной лиги. А здесь еще переезды сплошные из одного города в другой. В общем, что там говорить, очень сложно, не имея опыта. Но это ни в коем случае, конечно, не оправдывает, вот, кстати говоря, вчерашнюю неудачу динамовцев Риги. Просто слабо команда провела весь матч с первых до последних минут. Ирби, кстати, стоял вполне прилично. В одной лишь шайбе он действительно был виноват. Просто, вы знаете, в одиночку, можно сказать, бился почти со всей командой Ванкувер Канукс. Ну и в конце концов 6 шайб побывало в воротах нашего голкипера.
пока канадцы атакуют. Я не говорил, что действительно канадцы. Ну что мы будем говорить о том, что это американская команда, что американцы там играют. Нет, в основном канадцы, конечно, вообще, если мы будем рассматривать национальную хоккейную лигу, то, наверное, 1/6, это максимум часть хоккеистов, действительно не канадцы, это европейцы, это американцы, а остальные канадские хоккеисты, воспитанные в Канаде. Вбрасывание около ворот Ирби. 4.5 минуты сыграли команды в первом периоде, пока 0-0. И выбрасывание около ворот Артура Ирби. Сейчас на льду у канадской команды 4-й номер Гроссман. 20. Его партнер по обороне 24-й Дегрей. А в нападении играют либо Грецкий и Крушельницкий. Это, пожалуй, сильнейшее звено в Лос-Анджелес и Кингс. Оно и забивает достаточно много. Либо. Говорят, что пришелся ко двору либо здесь, в Лос-Анджелес Кингс. Причем интересная очень история. Это уже третий профессиональный клуб за какие-то полгода пока присутствует здесь вот на североамериканском континенте либо. У него контракт был с Миннесотой Норт Стар. Его хотели отправить в фарм-клуб, ему это не понравилось. Затем он оказался в Нью-Йорк Рейнджерс, был туда продан, совсем немного времени там провел. И вот теперь уже Лос-Анджелес Кингс. Ну, говорят, что нужен игрок такой, который мог бы даже подыгрывать Грецки. Хотя, в общем-то, Грецки сам большой мастер именно в подыгрыше. Не случайно, что у него большое количество результативных передач. Но, тем не менее, либо приглашен был в Лос-Анджелес Кингс и играет вместе с Грецки, у которого похожа манера игры на европейскую. Грецки. Хорошая передача. Вчера в матче с Ванкувер Канукс слабо, в общем, сыграли защитники рижской команды, особенно в организации атаки. И совершенно беззубо выглядело нападение. И вообще, если мы с вами обратимся к статистике встреч рижан с командами национальной лиги, то надо признать, что за 3 матча 4 заброшенных шайбы маловато. Конечно, с канадцами надо быть намного результативнее, чтобы их побеждать. Фроликов ведет борьбу с соперником. Сейчас у американской команды на льду Гроссман, Дегрей, еще Алисон и Карпентер. Белявский. Тройка в неизменном составе осталась. Керчик, Кулинин и Белявский. У «Динамо» в Риге в обороне сейчас играет Селянин и Смирнов. Душа. Вне игры было. Выбрасывание будет в средней зоне. Пошла 8-я минута первого периода. Пока 0-0. Многим памятна первая игра здесь советских хоккеистов 3 года тому назад. Тогда выступали здесь хоккеисты ЦСКА, выиграли с результатом 5-2. Вот во второй раз профессиональный клуб Лос-Анджелес Кингс встречается с советским клубом. Но вообще, город Лос-Анджелес Кингс расположен на Тихоокеанском побережье. Это город шоу, бизнеса, кино, представлений. К примеру, первый день Нового года состоится парад роз. Из этих цветов делают корабли, дома, различные фрагменты из американской жизни. Все это на платформах движется по городу. Здесь живут самые популярные люди Америки. Теплый климат – это повсюду и наши крузи. Казалось, не расположен принять по-настоящему хоккей. По существу так и было, может быть, вот до последнего года, до этого сезона.
Ведь Лос-Анджелес Кингс вечно плелся в конце турнирной таблицы. В прошлом году лишь 17-м было из 21 команде в Национальной хоккейной лиге. Однако сегодня с приходом грецкий клуб преобразился. И новый его хозяин, очевидно, не жалеет пока своих вложенных 40 миллионов долларов. Вот так недешево обходится, можно сказать, хоккейный бизнес в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Выбрасывание пока в средней зоне. Ну что ж, совершенно равная, по-моему, игра идет. Вообще, некоторые специалисты здесь в Америке, комментаторы вот в частности, признают, что у рижских динамосов соперники оказались чуть посильнее, чем у армейцев Москвы. Хотя вы видели матч между ЦСКА и Бостон Брюин, видели, что тоже нелегко даются победы и армейцам. Кстати, с трудом хоккеисты ЦСКА выиграли предыдущий матч с командой Нью-Йорк Айлендер, которая занимает последнее место в чемпионате национальной хоккейной лиги. У нее меньше всех очков. Борьба пока в углу площадки идет. Маловато бросков по воротам, особенно со стороны канадцев. Я думаю, что рижане сегодня решительно настроены. Прежде всего, по той причине, что если вдруг неудача постигнет их и на этот раз, то тогда, я думаю, просто морально команда будет подавлена и очень тяжело будет собраться на оставшиеся 3 игры. Они, в общем-то, легкие, хотя как к следующему матчу можно подготовиться, будут и отдыха. Это на ваших экранах Робби Сторик, тренер команды Лос-Анджелес Кингс. Совсем молодой, вы видите, человек, ему всего лишь 37 лет, сам играл в профессиональный хоккеист, был в Нью-Йорк Рейнджерс, был в Детройте, выступал за Квебек. И вот второй сезон тренирует Лос-Анджелес Кингс. Такой рассказывает про него интересный очень эпизод, когда его пригласили тренировать эту команду, то он и спросили его, сколько он хочет получать денег, какой контракт он хочет заключить, он ответил, что, в общем-то, я готов вроде бы и бесплатно заниматься с этой командой, тем более, что вот теперь появился и Уэйн Гретцки, на которого, конечно, большая ставка у тренера. Пока канадцы владеют шайбой. Зиновьев. Акулинин. Гретцки. Контратака. Опасная контратака. Бросок по воротам. На месте оказался Ирби. Ну, вы знаете, сейчас мне показалось, что без хитрых все сделал Уэйн Гретцки. Даже не попытался как-то поставить вратаря в трудное положение. Откровенно, вот посмотрите, развернулся и бросил по воротам. Правильную позицию Ирби занял. Итак, бросание около ворот рижских динамовцев. На льду сейчас у Лос-Анджелес Кингс в обороне играют Гроссман и Сушер. А в нападении Алисон, Карсентон и Дугей, 44-й номер. Кстати, этот хоккеист во многих клубах профессиональных национальной хоккейной лиги побывал. И даже выступал он за сборную Канады, по-моему, в 81-м году на Кубке Канады. Пожалуй, вот уже мы какую игру смотрим. Это, наверное, может быть единственный хоккеист, который продолжает играть без шлема. Но нельзя сказать, что он не бережет себя. Но, очевидно, настолько сильна в нем сила привычки, настолько, может быть, даже он хочет подражать великим хоккеистам, которые в свое время играли без шлема. Просто их тогда не было, не принято было в профессиональном хоккее выступать без шлема. Поэтому вот он тоже играет без шлема. Ровно 10 минут сыграли команды Серон Льюзи, пока 0-0. Вы знаете, откровенно скажу, очень трудно
уследить за составом Лос-Анджелес-Кингс, потому что все время он меняет. Вот сейчас пара защитников в душе, 28 номер и Макс Торли, 33 номер, кстати, он из клуба Эдмонтон Ойлер. И тройка осталась Дуги, Алисон и Карцентер. 44, 10 и 11 номера. Чуть-чуть не дотянулся до шайбы хоккеиста из Рижского Динамо. Молодежная тройка сейчас у рижан на льду. Вчера они в матче с Ванкувер Канукс не играли. Тренеры дали возможность им отдохнуть. Но все-таки 20-летние хоккеисты. Тут, наверное, и надо им морально просто отдохнуть. Вот выход к воротам. Вы знаете, молодец сейчас был. Карпентер. Вышли у канадцев 4 номер Гроссман и 24-й Дегрей. А в нападении Робби Тайл, 20-й номер, Николс 9-й и Тейлор 18-й. Довольно сильные тоже звено нападающих. Особенно обратите внимание на 20-го номера Робби Тайла. Ну и хорошо знаком вам Дэйв Тейлор. Он, по-моему, два раза уже выступал на чемпионатах мира за сборную Канады. Ломакин. Семенов. Передача. Пас назад. Защитнику бросок. Поворотом. Хороший бросок. Это Смирнов атаковал. И на месте вратарь Марк Фитц-Патрик. Постоянно, вы знаете, поступает информация, вот только что принесли протокол матчей, которые состоятся в других городах, в Национальной хоккейной лиге, и оказывается, тут же установили, что Марио Лемье установил рекорд сезона, забросил в матче 4 шайбы, в матче с Нью-Джерси 4 шайбы. Сделал 3 результативных передачи. Ну, он в общем подсчете среди самых результативных лидирует. У него 42 заброшенных шайбы и 62 точных передачи. А вот этот рекорд сезона, 7 набранных очков за один матч он установил сегодня. Кстати, Нью-Джерси армейцы Москвы встречаются 2 января. Канадцы идут вперед. Это Лэнс Лейтлоу, 3 номер защитник. Хорошая передача. Да, я вам скажу, намного лучше все-таки выглядит рижане в сегодняшнем матче, чем накануне. Вот выход к воротам. Росток. Просто молодец, Керби. Самый заметный хоккеист, пожалуй, в составе Рижского Динамо. Не случайно у него очень много интервью берут и перед игрой, и после игры. Молодой голкипер, удивляется, что в общем в такой ситуации он прежде всего психологически устойчив. Все-таки команда играет неудачно. Минуты 31 секунда остается до конца первого периода. Пока 0-0. У канадцев на льду защитники опять Душе и Макс Торли. Кстати, большая довольно нагрузка на них выпадает. А тройка выглядит так: 14-й Пастин, 17-й номер Логан и 12-й номер Котье. Это кто-то из хоккеистов Лос-Анджелеса получил травму.
Говорят, что несколько на спаде сейчас находится Лос-Анджелес Кингс. Не случайно, что команда два последних матча в чемпионате НХЛ уступила. Сначала Монреале у себя проиграла, а затем и Ванкуверу проиграла. Ну, связывать, может, это еще с тем, что, как говорят, грецкий сейчас, ну, не то, что не в форме, но чуть-чуть уставшим как-то выглядит. Все-таки это лидер команды, так сказать, на него не только равняется, на нем строится, по сути, игра. 14 номер, это Пасин получил травму. Откровенно скажу, даже не видел, в каком моменте это произошло. То ли столкновение было, то ли шайба попала в него. Вот такая у нас пауза небольшая. Опять Робби Сторика вам показывают. А вот рядом с ним был Брюс Максейл. Это владелец клуба Лос-Анджелес Кингс. Да, пока 0-0. Большой интерес к матчам рижских «Динамо» в ЦСКА и в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки. Еще раз повторю, несмотря на то, что предновогодний вечер по американскому времени играется этот матч, 1013 присутствует в форуме, а вообще он вмещает 16 005 зрителей. И очень довольны, кстати говоря, в Лос-Анджелесе, что посещаемость высокая и на внутренних матчах. Ну, кстати говоря, вот рекорд, как считают за всю историю существования клуба Лос-Анджелес Кингс, поставила команда, ну, вернее, наверное, зрители поставили все-таки этот рекорд. 9 раз полностью был заполнен дворец спорта. Ну и, как говорят, на все матчи в других городах с участием Лос-Анджелес Кингс билеты тоже проданы. Ну, это, конечно, связано с тем, что играет в команде Пуэр Терецки. Его хотят прежде всего посмотреть. Кингс бросает поворотом, и шайба у защитника. Была у защитника американской команды. Куплен, можно сказать, у Филадельфии Флайерс. Вообще, это характерная вот черта профессионального хоккея. Миграция игроков из одного клуба в другой. Причем, вы знаете, мы посмотрим за этой атакой. Пас назад защитнику. Там побороться надо нашим игрокам. Либо был с шайбой. И проброс очевидно будет, если наш хоккеист раньше не будет около шайбы. Да, это уже характерная миграция для канадских игроков из одного клуба в другой. Причем порой хозяева клуба даже не советуются с тренером. Вот такая вот есть характерная черта. То есть, вы знаете, нельзя сказать, что нет никаких прав у тренера. Ну, все-таки вот в творческом отношении он какой-то степени ущемленный. Шайбу в воротах Лос-Анджелес Кингс. Это поставил клюшку Анатолий Зеленов. И счет в матче открыт. 5 минут 22 секунды остается до конца первого периода. 1-0. Динамовцы Риги выигрывают у Лос-Анджелес Кингс. Вот посмотрите. Это после броска защитника. Мне показалось, что Дурдин, это был он, сделал нацеленную передачу. Итак, 1-0. Не ожидал, конечно, голкипер, хозяев поля, Фицпатрик. И впервые за все турне рижане первыми добиваются успеха. Зиновьев. Зиновьев.
бросок. Едва во второй раз шайба не попадает в ворота. Может быть, чуть-чуть поторопился. Необходима была еще пауза. Каркаскар. Гурьяй не попадает по шайбе. Неплохую мы сделали передачу. Ну что ж, надо рисковать. Надо попытаться убежать от защитника. Ломачев выходит в ворота. Бросок. Еще один бросок. И шайба во второй раз оказывается в воротах Лос-Анджелес Кингс. 2-0. Рязань выигрывает. А забил шайбу Ломакин. Вот что значит решительно пойти на защитника, попытаться его обыграть. Собственно, вот это типичная должна быть игра для любого нашего клуба, который выступает против канадской команды. Только в тот момент, когда нападающий может обыграть соперника, тогда создается острота. Молодец, пошел на добивание, но, правда, вы видите, в последний момент от плюшки голкипера шайба все-таки заползла в ворота, но 2-0 выигрывают хоккеисты Рижского «Динамо». Хорошее начало, ничего не скажешь, 4 минуты 20 секунд остается до конца первого периода, нельзя было входить в зону. У нас играет сейчас Косарев, Варянов, Фроликов. Тройка нападающих, как выглядит. Дурдин и Солов. Вот опасный момент. Передача. Бросок по воротам. Нет, молодец, Фролов. Ну и молодец, кстати говоря, Ирве. Он выручил команду. Шайба в средней зоне. Гол с шайбой. Опять ему передачу. Вот опасный момент. Гол. Николс выигрывает одну шайбу. Счет становится 2-1 в пользу Рижских «Динамовцев». Вот какая-то пауза просто необходима была сейчас в действиях нашей команды. Может быть, и самим успокоиться и не дать возможности сопернику наладить вот такую игру, не дать возможность сопернику за короткое время после второй пропущенной шайбы ответить шайбой. Ну, наверное, вообще не случайно Никол забросил шайбу, поскольку он один из самых результативных хоккеистов в Национальной хоккейной лиге. Да, у него 37 заброшенных шайб и 48 передач. Это, я вам скажу, довольно много вообще. И он третий идет по результативности в общем списке. Уступает только Лемье и Уэйну Гретцки. Матин. Должны, мне кажется, поверить в себя Рижские «Динамовцы». Вот, мне кажется, и уверенности прежде всего в первых трех матчах не хватало Рижских «Динамовцев». Но это связано, конечно, с отсутствием абсолютно какого-либо опыта. Многие из рижан вообще играют с канадцами впервые. Вне игры, да, выбрасывание. 2 минуты 22 секунды остается сыграть команда в первом периоде, пока решен. Макбин 21 номер и 3 номер Лейдлоу. Крушельницкий, кстати, пришел вместе с Гретцки из Эдмонтон Ойлер. И еще один игрок из Эдмонтон Ойлер, Макс Торми. 33 номер. Тоже в прошлом году выступал в одной команде с Гретцки. Лейдлоу. Пролоб. Шайба выходит из игры. Выбрасывание будет в средней зоне. В общем-то, равная, надо сказать, игра идет с взаимными абсолютно возможностями.
Рижане ни в чем не уступает. Как вы знаете, я все время упор делаю на том, что рижский «Динамо» сегодня, в общем-то, находится в хорошем состоянии. Это вполне естественно, потому что неудачно сыграли они, особенно во второй и третьей игре. Но сегодня, по-моему, пришли несколько в себя. Я еще сказал, равная игра, потому что по количеству бросков команды одинаково, в общем, идут. Наши бросили 8 раз по воротам, а хозяева результат 7. Грецкий. Передача, бросок. Молодец. Просто великолепно реагирует Ирбе. Вне игры. Тут же подъехал, стал между Яшином и своим защитником. Ну, в общем, игрок такой мягкий, вообще очень хорошо относится к советскому хоккею, к хоккеистам к нашим. Убрасывание. Минуту и 12 секунд играет еще команды в первом периоде. 2-1. Очень четкое судейство. Это было, в общем-то, в матче с участием армейцев Москвы. И рижские «Динамовцы» никаких претензий не имеют к арбитрам. Вчера на хорошем уровне провел матч Александр Федотов. Вот это Дюгей, 44-й номер. А в двух это треть команды уже у него. Нью-Йорк Рейнджерс, Детройт, он играл. Робби Тайл, Никол Стейрон, Дюше и Макспорли у канадцев в нашей команде. Тройка Семенова, защитники Селянин и Смирнов. Ломакин. Делать. Впереди еще 40 минут игры чистого времени. Тройка Семенова, защитники Смирнов и Селянин начинают у нас второй период у канадцев. В обороне Дюше, Макторли, 28-33 номера. И тройка Уэйна Грецки. Это изюминная позиция Грецки. Передача либо не успевает бросить поворотом. Семенов, Яшин, удаление. Нет, простите, мне показалось, что арбитр поднял руку. Горецкий, бросок. И вот убегает Яшин один на один. Помогает ему Семенов, не очень, правда, уверенно. Бросок, и еще один бросок. Да. Все правильно сделал, мне кажется, Яшин, но в ворота не попал. Вернее, выиграл единоборство у него голкипер. Удаление в составе Лос-Анджелес Кингс. На 2 минуты лед покидает Макторли, 33-й номер. Да, хороший был момент, просто великолепный был момент у Сергея Яшина, чтобы забросить третью шайбу, как-то, наверное, нам с вами стало бы немного поспокойнее.
очень сблизился с вратарем, и практически мне показалось, что и заброситься было очень трудно. Надо было пораньше решиться на бросок к вороту. Зиновьев атакует Фроликов. Варянов. Косарев. Назад защитнику почаще надо бросать бросок по воротам. В этом отношении канадцы, вы знаете, превосходят нас. Вот на этих маленьких площадках они постоянно, играя в большинстве, бросают по воротам. Да и подбор шайбы после броска уже хороший, если шайба не спает с воротом. Варянов долго очень держит шайбу, не может принять решение. Чудинов. Роликов. И шайба выходит из зоны. Хозяев льда. Еще 30 секунд играть. В большинстве динамовском риге. И сбрасывание около ворот Марка Фицпатрика. В общем, не очень удачно мне показалось в первом периоде. Сыграл молодой голкипер команды Лос-Анджелес Кингс. Убрасывание смены составов у нас произошла тройка Акулинина, защитники Турдин и Фролов. Посмотрим, кто обороняется у Лос-Анджелес Кингс. Девятый номер это Никол вместе с Робби Тайлом. 25-й номер. Защитники 4-й Гроссман и 24-й Дегрей. Акулинин. Ну что ж, собрались все три нападающих в одном углу динамовцев лиги. Конечно, легко очень разобрались в этой ситуации хозяева льда. Вышел пятый игрок. Акулинин чуть-чуть побыстрее. Турдин. Робби Тайл. 20-й номер это лучший новичок сезона 87-го года. Вне игры было в бросок. Да, не очень убедительно рижане сыграли в большинстве. Убрасывание в средней зоне. 3,5 минуты сыграли команды во втором периоде. Пока по-прежнему преимущество на стороне рижских динамовцев 2-1. Кроме тренеров рижских динамовцев Юрзинова, Воробьева и, естественно, начальника команды Назарова, присутствует еще и Юрий Моисеев, главный тренер московского «Динамо», в качестве консультанта. Все-таки он не раз уже руководя командой московским «Динамо», выступал на хорошем таком уровне против команды национальной хоккейной лиги. Бросок по воротам. Молодежная тройка вылежат на льду. Защитники Зиновьев и Чудинов. Чудинов.
не точно играет Ломакин. Очень много зависит, конечно, от передач, от игры в средней зоне. Если поаккуратнее Рязани было сыграть при передаче, использовал партнера, конечно, полегче бы. Бросок в воротах, нет, это не там, мяч, это, простите, шайба попадает в закругление в ворот. Геновьев. Шестой номер, по-моему. Майк Крушельницкий отправляется на скамейку оштрафованных. Так что рижане получили опять численное преимущество. И заканчивается шестая минута первого периода. Второго периода 2-1. Рижские динамовцы выигрывают. Алисон, два нападающих вышли у хозяев льда. Защитники Душе и Максорли. У нас играет тройка Семенова, защитники Смирнов и Селянин. Даже часто мы все-таки проигрываем в выбрасывании, то есть, вы знаете, дело техники все-таки, не только руки должны быстрые, но и, как правило, канатка очень хорошо ногой действует в этот момент. Бросок. Молодец, Ломакин. А вот передачу не точно сделать. Все, все, все быстрее. Все надо быстрее сделать, поскольку зона все-таки поменьше, она не по ширине поменьше, а поуже. Поэтому каждый раз рядом с тобой оказывается игрок. Семенов. Передача, бросок ворота, великолепный бросок Селянина, и счет становится 3-1 в пользу динамовцев Риги. Численное преимущество удалось использовать. Около минуты старались это сделать рижские динамовцы, и вот, наконец, точный бросок Селянина достиг цели, но очень мощно бросил. Защитник, хотя и пытался принять шайбу на себя, ничего не получилось. Мне показалось, вратарь от не очень удачной позиции в это время занял. Видим, почти уже на коленях стоял, но, конечно, среагировать на такую шайбу очень сложно. Итак, 3-1 в пользу динамовцев Риги. Какие? Убрасывание в зоне Лос-Анджелес Кинг. Тут пока не заметен в составе команды хозяев льда Уэйн Грецки. Говорят, что буквально замучил его тренер Робби Вторик, выпуская его даже в тех ситуациях, когда, в общем, не требуется этого. Так что нагрузка просто огромная падает на Уэйна Грецки. А сам Вторик в 72-м году выступал на Олимпийских играх в Саппоро в составе сборной Соединенных Штатов Америки. Вообще, не очень много, по-моему, специалистов американских национальных сдержаний лиги работает. В основном это канадцы. Так же, как я уже говорил о том, что в основном играют канадцы. И просто удивляешься тому, что постоянно идет обновление национальной хоккейной лиги, появляются новые игроки. Вот, предположим, тот же Макбет, защитник молодой, совсем. Ему всего лишь 19 лет.
21 номер, первый сезон выступает в национальной хоккейной лиге. В прошлом году вот еще играл на чемпионате мира среднемолодежи в Москве. И, конечно, поставщиком, можно сказать, резерв является Канада. Оттуда в основном выходят игроки, пополняются команды национальной хоккейной лиги, почти, как правило, канадцами. И причем работа идет настолько организованная, настолько все отлажено в этом механизме, что невольно сравниваешь это с промышленностью. Это настоящая хоккейная индустрия в Канаде. Начиная от детских команд, которые много играют, и просто тысячи этих детских команд. Ну, условия, конечно, несколько иные, чем у нас в стране. Очень много катков, хороших условий. Все игры проходят. И затем постепенно количество этих детских команд в юном, совсем юном возрасте уменьшается. Очень напряженный календарь у всех команд. То есть они как профессионалы все равно по 60-80 тысяч за сезон проводят. Я уже не говорил о юниорской лиге. И, конечно, особое внимание. Так что что-то хорошее, естественно, надо брать и у канадцев. Их отношения к хоккею. Ну и, естественно, конечно, заботятся они и о доходах. Удивительно, вот, например, у национальной хоккейной лиги есть контракты с отелями. Вот, с авиационной компанией Air Canada. То есть только на этих самолетах летают хоккейные команды. Естественно, есть скидка, причем очень значительная, до 50%. Это выгодно, так сказать, и компании, и выгодно, естественно, национальной хоккейной лиге. Ну, а что касается вот доходов, то думаю, что основная часть, конечно, идет, наверное, не от сборов. Хотя стадионы почти все время полные, средняя посещаемость 13-14 тысяч зрителей на каждом матче. Это очень высокая посещаемость. Но доходы еще, конечно, большие от контрактов с телевидением за показ матчей национальной хоккейной лиги. Короче говоря, это целая индустрия. И еще раз повторюсь, конечно, все, что есть хорошее, нам необходимо брать. И то, что мы в каких-то вещах отстаем от НХЛ, мы должны признаться в этом и не стесняться, наверное, наверствовать и как-то догонять, прежде всего, в организации хоккейного дела. Грецкие, хорошая передача, правда, на клюшку нашему хоккеисту Акулине, но чуть-чуть побыстрее бросок, как-то все нерешительно, по-моему, делал Акулине. Сначала посмотрел направо, затем сам вроде бы решил бросить. Вот видите, какой шут, когда Грецкий получает шайбу. Да. Конечно, приобрел многое Лос-Анджелес Кингс, имея в своих рядах Уэйна Гретцки. Но отношения, наверное, прежде всего, другое стали. Согласитесь, что Лос-Анджелес находится на широте нашей Грузии. И, в общем, развивать здесь какие-нибудь как-то просто и обращать внимание на себя хоккей можно только с помощью вот, ну, хорошей игры, прежде всего, ну и, конечно, с присутствием звезд в команде. Вот такие звезды есть. Ну, может, пока одна звезда, это вы из Гретцки. Ну, вы знаете, интересно, не все, в общем-то, признают его. Посмотрим за этой атакой. Гретцки. Хорошая передача назад, бросок поворотов. Робот. Очень опасно все-таки подключение вот этого 33-го номера Макторли. Душа. Могла получиться прекрасная контратака у молодежного звена. Либо. Перевод в среднюю зону. Даже шайба оказывается в зоне хозяев поля. Хорош он все-таки, как диспетчер.
еще раз повторюсь, сегодня он, в общем-то, не выглядит таким грозным форвардом. Ошибка, бросок. Бросок молодец. Эрби. Побыстрее. Чуть-чуть побыстрее Яшину. Я понимаю, тяжело. Это четвертая игра за 5 дней. Но надо постараться выложиться, потому что у Рязан 3 дня будет отдыха перед следующим матчем. Грецки. Передача, бросок. Успевает поставить руку Зиновьев. Грецки. Без пауз играют хоккеисты. Роликов, бросок, пауз. 4-1 выигрывают динамовцы. Вот так, видите, неожиданно бросил, не сближаясь с защитником. Роликов, и счет стал 4-1 в пользу динамовцев. Чуть-чуть больше 8 минут остается до конца второго периода. И такое преимущество уже, скажу, солидное. Но надо быть очень бдительными. Армейцы Москвы со счетом 4-0. 5-1 вели в матче с Бостон Брюис. И выиграли только 5-4. А вы знаете, провалы у Лос-Анджелес Кингс в обороне появляются. Эпизодически, правда, если, мне кажется, чуть-чуть посвежее рязане были, то могло хуже все кончиться для Лос-Анджелес Кингс уже вот за это прошедшее время игры. Тейлор. Пятерка Николса на льду у команды Канады. Но надо успокоиться и Дурдину, и Николсу, девятому номеру. Я вам говорил о том, что не все признают Уэйна Грецки. Живет он в богатом районе Энсина. И решил приобретенный дом немного перестроить. Не только внутри, но и вокруг дома. Стал строить баскетбольную площадку. Ну, естественно, стук, грохот, что очень не понравилось его соседу, который пожаловался в полицию. Естественно, полиция приехала и сказала, что это же дом Уэйна Грецки. Это самый знаменитый хоккеист в Национальной хоккейной лиге и вообще во всем мире. На что человек, который жаловался, сосед сказал, что а я вообще не знаю, кто это такой. Так что не все его признают. Вот. Выбрасывание в зоне. Рижских динамосов. 7 минут 23 секунды остается до конца второго периода. 4-1. Рижане выигрывают. А вы знаете, преимущество не очень большое у рижан по количеству бросков. 16-13. Вот такое сейчас отношение. Тройка Скотьев на льду у Лос-Анджелеске. Защитники опять все те же Макторли и Кушев. Только Акулинина у рижских динамовцев впереди, а в обороне Смирнов и Селянин. Хорошо. Бросок поворота. Гол! Это Смирнов отправляет пятую шайбу в ворота канадской команды. 5-1. Ну вот что значит бросать по воротам быстро, без подготовки. Но можно, конечно, говорить о том, что не очень удачно сегодня играет вратарь Лос-Анджелес Кингс Крис Патрик. Но, может быть, действительно, это самый слабый вратарь, с которым встречали динамовские риги
в этом турнире. Но дело не в этом. Дело в том, что совсем по-другому сегодня настроены динамо-совиди. И, пожалуй, мне кажется, шок после матча с Ванкувер Канук прошел в какой-то степени. 5-1. Солидное преимущество рижских динамовцев. И 6,5 минут ровно до конца второго периода. Вне игры было вбрасывание. Вбрасывание в средней зоне. Канадской команды. Явно по организованию сегодня выглядят рижские динамовцы. Да и потом, мне так кажется, защитники прежде всего сегодня не только справляются со своими основными функциями, но и стараются в правильное русло направить все-таки атаку, что очень важно в игре любой канадской команды. Ну, вам может показаться, что рижские динамовцы играют сегодня с отнюдь не самым сильным соперником. Наверное, не самым сильным, но команда достаточно солидная, авторитетная. Все-таки на протяжении всего сезона идти довольно ровно и занимать в чемпионате НХЛ высокое место не так-то просто. Нагрузка большая, то есть нужны хорошие кадры игровые. А сейчас пока Лос-Анджелес занимается третье место в турнирной таблице. По общей столице набрал очков. Правда, сегодня Питтсбург тоже так, одержав победу, набрал 49 очков. Причем у Лос-Анджелеса 24 победы после 39 матчей. Так что это очень много. Меньше 5 минут сыграют команды во втором периоде, пока 5-1 рижане выигрывают. Тугай, если мне не изменяет память, в 81 году на Кубке Канады тоже без шлема играл. Такой, мне кажется, отчаянный несколько хоккеист, но, может быть, несколько бестолковый. Артур Ирби сегодня вселил уверенность своих товарищей по команде, поскольку начало встречи хорошо провел, хотя, может быть, серьезная работа в сегодняшнем матче поменьше, конечно, у Ирби, чем в предыдущих трех. Особенно хорош он был в матчах в Калгари, в Эдмонтоне, и даже некоторые журналисты особенно начали сравнивать его с Владиславом Третьяком. Вот, я думаю, что еще много предстоит работы этому юному голкиперу, чтобы действительно стать Владиславом Третьяком. Но то, что он обратил на себя внимание, это без сомнений. И то, что
У него хорошая, вы знаете, даже скорее канадская манера игры, особенно около ворот, клюшкой. Это без сомнения. Вот пропад ворота отбивает первую шайбу. Проброс в бросание в зоне теперь уже хозяев льда. Вот Ником 9-я нота. Всем шайбу забросило, и у него 48 передач, пока действительно он второй идет в чемпионате НХЛ по результативности. Как-то даже непривычно, по-моему, Грецкий видеть на третьей позиции. Ну что ж, партнеры, конечно, не те, Эдмонтон Ойлерс намного сильнее команды, мне так кажется. Кстати, удалось посмотреть матч между Монреаль Канадиан и Калгари Флэмс, естественно, по телевидению. Монреаль выигрывал со счетом 4-0, едва не проиграл. Смотри, закончился в его пользу 4-3. Кстати, это же лидеры играли в чемпионат национальной хоккейной лиги. На последней минуте едва не проиграл. Сделали все возможное хозяева льда, хоккеиста Калгари, чтобы сравнять счет. Бросок к воротам. Шайба у Ирби. Молодец, Артур Ирби. Просто молодец. Успевает все делать. Перемещаться успевает. Успевает разгадывать комбинации американской команды. Так вот, матч между Монреалем и Калгари просто отличное произведение. Впечатление произвел на всех, кто его смотрел. Я имею в виду рижских динамовцев и тренеров, и самих и игроков. Все было. И быстро очень играли хоккеисты. Много бросков, поворотов, комбинационный хоккей. Но чувствовалось, что две очень хорошего класса на льду находятся команды. Монреаль Канадин вышел на первое место. Правда, у Калгари на несколько игр меньше проведено. Побоюсь на удаление. 24-й номер защитник Де Грей покидает лёд у Лос-Анджелес Кингс, у Королей. А в нашей команде Томари, 16-й номер. 5-1 выигрывают рижские динамовцы. 3 минуты 24 секунды остается до конца второго периода. Ну, в полных составах должны играть команды по правилам НХЛ. При обоюдном удалении команды остаются в полных составах. Есть некоторые нюансы, отличия в правилах между теми, по которым проводятся международные соревнования. Ну, за исключением, конечно, вот таких товарищей. И профессиональной лиги канадо-американской. Ну, в частности, при обоюдном удалении команды остаются пятером. Бросок, промах. Есть нюансы при положении вне игры, когда один из хоккеистов находится в зоне соперника. Потом он должен ее покинуть. А вот второй, пожалуйста, может входить даже до того, как он еще не покинул ее. Арбитр только поднятую руку вверх держит. Кстати, вот такой случай был в матче между Квебеком и ЦСКА. Белянский. Бросок. Так, небрежно. Патрик отбивает шайбу. Семенов.
шайбой. Ну, надо задержаться в зоне. Или забыли динамовцы, что играют в большинстве. Хорошо, Ломакин действует. Семенов. Ломакин, бросок. Еще один бросок по воротам. Сильно, но очень неточно. Этого хоккеиста тоже вы помните, наверное, он выступал в составе канадцев на чемпионате мира. И, естественно, мы чаще сталкивались до этого с хоккеистами, которые были в таких клубах, как Ванкувер, Канов, Лорд, Ранзи, Кинс, поскольку они не попадали в розыгрыш Кубка Стэнли. И из пяти слабейших команд СНЛ формировал сборную Канады в чемпионат мира. Итак, закончился второй период. 5-1 впереди американской команды. Будем ее так называть. Пятерка Уэй на Грецке. Либо. Грецке. Передача. Опасный был момент. Вот посмотрите, как среагировал все-таки Ирбе. Борьба пока в углу площадки идет. Либо хорошая передача. Бросок поворотов. Был великолепен. Просто великолепен Ирбе. И мощнейший бросок был Макторле поворотом. Защитник в душе и контратака вдвоем против одного защитника. Ломакин. Передача Яшина чуть-чуть не точно. Это порешительнее, мне кажется, надо было Яшину действовать в этом эпизоде. И прежде всего, мне думается, самому надо было угрожать воротам, чтобы заставить защитника сделать ошибку. Поверить в то, что он будет сам атаковать. Смена состава. Пятерка Варянова вышла на лед. Я уже говорил, что изменения в составе «Рижан» произошли. Сегодня не играют «Снарок», «Шашок» не играет. Их заменили «Косарев» и «Фроликов». Несколько, конечно, Владимир Юзинов был подавлен, особенно после вчерашнего матча, что Ванкувер Канов, все-таки крупное очень поражение со счетом 1-6. И вы знаете, казалось, что не поднять команду просто. Прежде всего, морально надо было восстановить хоккеистов, чтобы они поверили в то, что могут играть с профессиональными клубами. Ну что там говорить, конечно, сейчас проверяется наш хоккей. На каком уровне он находится в данный момент. Проверяется, потому что Рижскую Динамовцев мы отнесем к средним нашим командам. Она ничем, так сказать, не выделяется. У нас в стране занимает скромное место в турнирной таблице. Нет особенно ярких игроков. И когда вот она играет сейчас с профессионалами, четко понимаешь, в чем мы отстаем. Отстаем мы, прежде всего, все-таки в среднем уровне. Среднем уровне класса хоккеиста. Хотя надо признаться, что и у канадских команд, у команд национальной хоккейной лиги, как правило, 5, ну от силы, может быть, 7 хоккеистов действительно очень высокого класса в каждой команде. Но что касается... Ох, какую травму получил 11 номер Карпентер.
А что касается звезд, то их тоже можно у канадцев на пальцах одной руки пересчитать. Не так много. Лемье, Горецки, Эрна, Коппи сюда можно причислить. Айзермана из Детройта, Мессие нападающего из Эдмонтона Ойлерс. Вот, пожалуй, может быть и все, но есть вратари. Кстати, вратари почти все надежные. Вот такое-то исключение составляет только Патрис. Неудачно сегодня стоит. Из вратарей Кюр, наверное, конечно, явно выделяется. Мейсон, с которым мы тоже познакомились. Выступает он за Квебек Нордикс. Но общий средний уровень канадского хоккея очень высок. В этом мы уже не раз убеждались. Как я вам скажу, набрать хоккеистов высокого класса на 21 команду, это приблизительно где-то 600 человек, не так-то просто. И ведь, что там говорить, им надо платить деньги, и неплохие деньги, и требовать их. Так что, думается, средний уровень все-таки у нас пониже. Это несмотря на то, что рижане сегодня выигрывают со счетом 5-1 пока в третьем периоде. Все-таки надо признать, что канадцы в этом нас опережают. Но здесь много факторов, которые влияют на это. Это уже я говорил о той отлаженной системе подготовки хоккеистов и юных, которые существуют у канадцев, прежде всего у канадцев. Это хорошая экипировка, это прекрасные базы для подготовки. Все это вместе взятое дает возможность готовить хорошую смену. И как грибы после дождя растут какие-то. Еще раз говорю, что яркий звезд может не так много в национальной лиге. Но игроков хорошего класса вполне достаточно. Вполне. Бросок поворотов, Акуринин бросал, клюшки в один угол летит, шайба в другой. И атака Лос-Анджелес Кингс. Вот какая хорошая передача была. Бросок, гол. Ников сделал передачу хорошую. И счет становится 5-2 в пользу динамовцев в Риге. Ну вот сейчас, наверное, единственный за весь матч грубейшая была все-таки ошибка динамовцев в Риге. Смотрите, вдвоем против одного вратаря оказались два хоккеиста. Это защитник Макбин оказался перед воротами рижских динамовцев. Подача Николса. Ну, если уже говорить о подготовке игроков национального хоккейного лига, наверное, не последнюю роль играют, конечно, контракты, потому что контракты, минимальный контракт у канадского профессионала 100 тысяч долларов за сезон, а максимальный, ну, здесь, собственно, никто не устанавливает максимальные контракты. У Грецки, например, 1 200 000 долларов контракт, кстати, сейчас на один уровень с ним стал и Марио Лемье. Ну вот, например, в этой команде Тейлор, 18 номер, который ничем не отличается от сегодняшнего, в этом случае, матча. Он получает 900 тысяч за сезон. Ну, это не считая, конечно, отчислений за рекламу там и так далее. Чудинов шайбой. Зиновьев. По самостоятельные защитники стали играть. Довольно смело берут игру на себя. Ну, не рискуют, правда, в своей зоне. Но могут обыграть соперника. И таким образом, может быть, спиной остается какой-то небольшой отрезок времени. Но чистое преимущество создается.
может получиться хорошая контратака, не дотянул сюда Кайбе Яшин. Можно играть. Пролом. И сразу передача в среднюю зону. Здесь уже численное преимущество. Чуть-чуть задержался с передачей. Ломакин. Крепкая передача. Помощнее, по-моему, хозяева льда стали действовать в третьем периоде. Ну, какая-то какой-то луч надежды все-таки Смертунов, мне кажется, в Лос-Анджелес, после второй заброшенной шайбы. Косарев, бросок. Вы знаете, почти весь свой матч Динамо впереди навязывает борьбу против соперника. И это очень хорошо, потому что хозяева льда, ну, я не скажу, что чудо, но Ирбе спас ворота сейчас динамовца впереди. Просто великолепно сыграл. Молодец. В труднейшем положении сейчас находился вратарь динамовцев. Успел среагировать. Пошла седьмая минута заключительного периода. 5-2 решали, выигрывают. Вот нам не случайно режиссер долго очень держит Ирби. Действительно, он в этом эпизоде сыграл прекрасно. Но опять, мне кажется, небрежность появилась в действиях рижских динамосов в обороне. У нас увидели на повторе два хоккеиста. А Лос-Анджелес Кингс были сейчас перед воротами. Керч, и справа от него Белянский. Душа отбирает у него шайбу. Керч. Рискованно действует перед своими воротами. Аторби. Мне кажется, много суетится Керч все-таки. А много очень хочет сделать на площадке, но если все получается, убивает. Никол. Передача Горецкий, пас вдоль ворот. Пас рукой, что показывает арбитр Александр Федотов. Здравствуйте, девочка. Обратили внимание, у Лос-Анджелес Кингс, Душе и Макторли, два защитника, чаще всего выходят на площадку. Действительно, по-моему, сильнейшая пара на сегодня в составе команды. Причем Душе самый результативный игрок среди защитников. Лиги 14 забросил он и 33 у него точных передач. Он, в общем-то, может в какой-то степени даже конкурировать с нападающими. И не случайно в 20-ке лучших есть его имя. Он опережает Кофи
Ну, опережает, правда, только по количеству очков. У них одинаковое количество, а вот по заброшенным шайбам на одну больше у защитника Лос-Анджелеса. Нарушение правил, мне кажется, было. Опасная игра высоко поднятой клюшкой была. Смотрим еще раз с вами этот повтор этого момента. Ну, может быть, стоило отдать шайбу партнеру. Справа, по-моему, Ломакин находился. Ну, конечно, без травм не обходится. Но вот в этом эпизоде, может быть, не стоило сближаться просто с соперником. Очень уж не любят канадцы, когда наши хоккеисты начинают быстрый играть в быстрый коллективный хоккей. Убрасывание. Косарев. Бросок попал во вратаря. Наверное, правильное решение принимал сейчас Кролик. Проигрывает сейчас американской команде по количеству бросков. На 9 больше Лос-Анджелес бросил поворотов. Но за счет преимущества небольшого в третьем периоде, особенно в начале, когда заброшена была шайба, и тут несколько пришлось поволноваться. Сейчас, когда подходит к концу уже 9-я минута третьего периода, выровнялась игра. Я думаю, там на скамейке запасных Юрдинов чувство некоторых игроков, особенно обороны, привел, поэтому больше порядка стало в обороне. Бросок, Эрби реагирует. Котье. Пассин, 14-й номер, и вместе с ними играет Дугей, потому что Логан так и не появился. Получил травму и не играет уже в третьем периоде. Середина второго периода. Турдин. Не надо стоять на месте, надо двигаться. Убрасывание в средней зоне. Пятерка Семенова вышла. У нас играет она против пятерки Горецки.
Ну, наверное, не стоит удивляться, что не замечен сегодня Лэнд Гретцки. Мы его, в общем-то, разного видели и знаем, как он умеет играть. Разные, конечно, периоды бывают у спортсменов. Есть удачные, может быть, сейчас материалки в конкурсах и довольно напряженные за календарь. У канадских профессионалов пройти ровно на одном дыхании, может сказать, весь чемпионат, наверное, никому не удается. Очень умело стали контратаковать, бежать. Вот Ломакин, ну, молодец, вновь пошел на обострение, даже обыграл защитника, второй вовремя контратаковал. Игры было. Вот такая маленькая неточность. Вы представляете, великолепная атака, которая могла быть, сорвалась. Этот Косарев, он второй матч проводит. Накануне играл в Ванкувере. Сегодня получше выглядит. Ну, конечно, тоже надо привыкнуть к обстановке. Ко всему надо привыкать, и тем, кто впервые выходит на лед. Да вот слева наш Артур Ирбен. Интересно, что перед игрой хозяин клуба Лос-Анджелес Кингс Маклейд спросил вас, можно ли пригласить Ирби в команду на будущий год. Я думаю, что рановато. Он, по сути, еще не проявил себя еще у нас в стране так по-настоящему-то. Ну, мы знаем, конечно, его, знаем, на что он способен, но, думается, еще у нас он должен играть и играть. Опять Ирби на месте. Варианов. Косарев. Кроликов. Передача. Ну, молодец, Кроликов. Просчитал все верно. Вот передачу чуть-чуть не точно выполнил. И Кроликов, вы знаете, сегодня лучше намного смотрится, чем во вчерашнем матче. Ну, откровенно скажу, что, конечно, вчера просто некого было выделить в команде. Восемь минут 42 секунды до конца матча. Наверное, можно об этом говорить. Может быть, с некоторой опаской все-таки. Думаю, Лос-Анджелес еще не сдался. Здравствуйте. Акулинин со своими партнерами. Играет он против пятерки Николса. Фролов. Не получилось диагонали у Белявского. Терч. Итак, игра остановлена. За подножку удаляется хоккеист рижского «Динамо». Это Белявский. Придется играть в меньшинстве 2 минуты. Мы говорим о том, что у канадцев практически никто из ярких личностей, и не только ярких, а хорошего класса в юниорах не пропадает. Потом они рано или поздно появляются в профессиональных клубах. Но ведь очень
очень много так называемых скаутов работает в команде. Вот, например, в Лос-Анджелесе Кингс, их 9 человек. Они разъезжают, у каждого свой регион, и они разъезжают и смотрят талантливых хоккеистов, чтобы заранее взять на заметку и, можно сказать, закрепить за своим клубом. Вот среди них есть швед Ян Лингрен, который отвечает за европейский регион. Красок. Хорошо плюс и выиграет. Вот здесь вот красный канадский бросок еще один. Смотрите, какой мощный штурм. Это типично для них, когда команда играет в большинстве. Еще один бросок в промах. И, наконец, нет, вы знаете, не выходит шайба в среднюю зону. Тейлор. Гретки. И, наконец, накрывает шайбу Артур Эрби. Там сейчас у канадцев что сильнейшее, по сути, было на площадке. Действительно, вот можно судить по этому эпизоду, что все отработано при численном большинстве. Бросок за броском следует по воротам. Кто-то подбирает шайбу, кто-то вступает в борьбу перед воротами. Не дает возможности защитникам или даже нападающим завладеть шайбой. Ну уж вы знаете, наши брат-хоккеисты довольно близко играли от ворот. Выбрасывание, опять небольшое совещание, смотрю, у канадской команды. Ну, вас не смущает, впрочем, я называю ее то канадской, то американской, потому что настолько вообще мы привыкли к тому, что в национальной хоккейной лиге играют в основном канадцы, поэтому приходится и называть их канадцы. Еще минуту и 5 секунд в меньшинстве рижане будут играть. Либо. Опасный прострел вдоль ворот. Грецкий, правда, уже оказался за линией ворот. Грецкий. И не понимает его, все-таки до конца партнера. Ведь сейчас Крушельницкий не туда движение делал. Передача. Опять Ирби в игре. Гретки. Удалось выбросить шайбу из своей зоны. Вот теперь надо сказать, что канадцы не использовали численное преимущество. Через 5 секунд выходит на лед Белявский. Команда будет играть в полном составе. Либо. Пролом. В полном составе рижские динамовцы. Идут последние уже минуты матча. Тем не менее, Лос-Анджелес Кингс пытается что-то изменить. Акулинин. Передача защитнику. Бросок по воротам. Thank you.
много играют в зоне Рижане у себя в третьем периоде. Разгадал комбинацию защитник Тушаев. Передача, но не пошел на помощь Семенову Яшу. Зиновьев, Чудинов. Смену надо сделать, по-моему. Длинный очень отрезок проводит тройка Семенова. Жачу, мне кажется, на концовку не хватает. На концовку атаки. И она... Откровенно скажем, не очень получалось у них. 2 минуты 48 секунд до конца встречи. 5-2. Рижане выигрывают. Ну что ж, совсем неплохо, совсем неплохо. Эту встречу провели рижские динамовцы. У них что-то появилось, я думаю, что... Еще есть возможность прибавить и в движении. Мне кажется, в физическом отношении просто сегодня рижские динамовцы оказались посильнее своего соперника. Вот сейчас объявили на стадионе, что после игры гостям будут вручены специальные призы. Ну, как всегда, по традиции, признаются лучшие игроки по одному той и другой команде. Проброс был. Вбрасывание в зоне рижских динамовцев. 2 минуты 39 секунд. Еще команда сыграет. Надеемся, что в этом матче уже, в третьем периоде. Наверное, все-таки не понадобится... дополнительные 5 минут. Бросок. Едва шайба не попадает в ворота. Резкий. Гол. Все становится 5-3 в пользу. Рижан. Хорош, в этих эпизодах хорош Зрецкий. В падении же успел переправить шайбу в ворота. Увлекись, мне кажется, борьбой вот с одним нападающим здесь. Трое рижан и совершенно упустили из виду хоккеиста, который владеет шайбой. В какие-то моменты он уже становится очень опасен. Поэтому надо было бросить, наверное, партнера, попытаться помешать Зрецкий. Другие бросок. Ирби на месте. Ответственный, надо сказать, момент наступает в матче. Так все прекрасно складывалось для Ришан. И вот сейчас предстоит, я думаю, очень непростые последние 2 минуты и 20 секунд. Да, канадцы сейчас на 13 бросков больше сделали в матче, чем рижские динамовцы. Ну, наверное... Вот этот счет 5-1 после второго периода, он в какой-то степени успокоил рижан, чего делать, конечно, ни в коем случае нельзя было. Пятерка Зрецкий на льду. У хозяев у нас играет пятерка Семенова. Пока я смотрю на месте вратарь Лос-Анджелес Ким. Наверное, не пришло еще время заменить его. На этот шаг уверен, я пойду, конечно. Такие же, вернее, тренера Лос-Анджелеске. Вовремя клюшки, конечно, отбросил шайбу. Яшин. Семенов. Ломакин. Бросок. Защитник Гроссман. Алексон
сзади. Минуту и 54 секунды еще сыграют команды. 5-3. Рижане выигрывают. Костырев, Варианов, Кроликов, Чудинов и Зиновьев. Вот такая пятерка. У рижан на льду. Ну так без суеты, по-моему, надо перевести игру в среднюю зону хотя бы. Без паники какой-либо, без паники только. Хорошую передачу, едва шайба не оказалась у Костырева. Костырев. Варианов. Проброс. 57 секунд до конца третьего периода. Вбрасывание в зоне рижан. И наверняка... Да, ну а какие тут могут быть разговоры? Конечно, 6 игроков в составе хозяев льда. И пятерка хоккеистов у динамовцев в Риге. Керч, Белявский, Акулинин, Фролов и Дурдин пока на льду у рижан. И, наверное, сильнейшие на сегодняшний день игроки составил Андрю Кинс во главе с Уэйном Горецким. Вот такую позицию занимает сзади на месте защитника. Остальная четверка, вернее четверо, расположились так, чтобы не дать возможности сыграть на опережение нашим хоккеистам. Передача. Хорошо, все прекрасно. Бросок по воротам и не попадает в ворота сейчас. Чуть-чуть прибавил бы в скорости Керч. Он же, мне показалось, первым мог оказаться около шайбы. И тогда проброса не было бы. 37 секунд остается до конца третьего периода. Вот кто-то, я не помню сейчас, по-моему, Белявский это был, все-таки поторопился из своей зоны бросить. Потому что защитник начал уже отступать, можно было спокойно вывести шайбу в среднюю зону и потом поточнее бросить по вороту. Расстояние ближе было бы намного. Вот видите, так вроде бы легко складывался матч для рижских динамовцев, и вот такая острая концовка получилась встречи. Банальная фраза, конечно, канадцы остаются всегда канадцами. Но что делать, вот как раз это характерно для сегодняшней игры. Последний шанс даже используют обычно профессионалы. Грецкие, шайба в средней зоне. Какое-то время потребуется, чтобы войти в нее. Селянин, вне игры, все верно. 25 секунд. Будем надеяться, теперь уже до финальной сирены. Сбрасывание в средней зоне. Но упорно 6 человек тренер держит на площадке. Улос Анджел Кинс. Видите, какое, как все запасные игроки чувствуются там, на льду находятся и готовы помочь своим товарищам, но выйти не могут на лед. Пятерка Семенова вышла. Шайба катится, по-моему, в ворота. Нет, еще последний момент. Впереди попадает в ворота. 15 секунд. Будем смело говорить до конца матча. Последняя попытка. Бросок по воротам. И опять шайба не попадает в ворота. 4 секунды. 3, 2, 1 даже. Мы теперь уже в сбрасывании в зоне Артура Ирбе. И на этом будем считать, что матч закончился. Остается кое-какие его итоги подвести. Хорошо сыграли рижане первым в двух периодах. И подвижей выглядели соперники. Хорошая игра коллективная получалась. Надежные защитники были.
не случайно, что после двух периодов динамовцы выигрывали 5-1. Они шайбы забросили Семенов, Ломакин, Селянин, Роликов, Смирнов. У канадцев отличился Никол. А в третьем периоде две шайбы пропустили рижане после бросков Максина и Зеленский. Итак, звучит финальная сирена со счетом 5-3. Рижские динамовцы выиграли у клуба Лос-Анджелес Кингс. Это первая победа рижан и, будем надеяться, не последняя. Еще осталось им провести 3 встречи. На этом мы заканчиваем.